только в Альфа-банке. Получите первые в России Альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли. Успейте заказать до 30 июня и получите свой стикер абсолютно бесплатно. На alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, ребята, с вами я, Ева Миллер, и сегодня у меня такой вот видос немножечко импровизационный. Я снимаю видос о том, где я просто вам покажу немножечко свою жизнь. У меня сегодня нет ничего такого особенного, я сегодня дома, и я просто хочу поснимать. Заодно покажу вам свой гардероб, чуть-чуть, не полностью, чуть-чуть. Покажу вам свои сумки, потому что вы все давно спрашиваете. Хочу съездить покушать, возьму его с собой, потому что я еще ничего не ела, а время уже час. Знаете, пока соберусь, пока в душ, пока все, и я не могу вот эту свою рутину прерывать, иначе после этого я это все так и не сделаю. Если кто-то тоже так же живет, то напишите мне в комментариях. Перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал и на мой инстаграмчик. Кстати, как раз таки в телеграм-канале я спросила у вас, хотите ли вы видеть видео про мои сумки, про мой гардероб, вообще, в принципе, вот такой вот свободный влог. И вы такие, типа, да, поэтому именно с того, что вы в телеграм-канале мне написали, что еп, давай, я это снимаю. Поэтому, если вы хотите принимать какие-то важные решения в создании моего контента, то вам в мою тегашечку надо попасть очень срочно. У меня сейчас лук, я в футболке, и мне нужно собраться, мне нужно выбрать лук на сегодняшний день. Какой-то пух, потому что я хочу поснимать и хочу хорошо выглядеть, поэтому давайте выберем мне лук. Сейчас я вас сниму с этой штукенцы. Моя комната не особо изменилась, просто я все попереставляла, что-то довесила, это вообще новая штукенция, это тоже новая штукенция. Слышите, что на улице происходит? Трэш какой-то. А еще, ребята, кто видел в моем ТГ, в моем инстаграме, я была на острове Каталина. Сейчас там что-то закончится у них. Я была на острове Каталина, это, да господь! Целое утро сегодня что-то происходит, обычно тут очень тихо. В общем, я была на острове Каталина. Что такое остров Каталина? Находится он вот здесь, то есть он находится очень близко к Лос-Анджелесу, но это как бы остров посреди океана, и это все равно считается штат Калифорния. Этот остров очень маленький, то есть часть, где люди там живут, она прям вот такая вот малюсенькая, там несколько улиц, и все остальное это просто природа, остров, и там, в принципе, никто ничего не тусуется, никто ничего не делает. Туда меня повез мой парень сюрпризом. Мы были там 2 дня. Ребят, мы плавали там с рыбами в этих костюмах теплых, потому что холодный очень океан, вода очень холодная. Мы в термокостюмах плавали, все равно было безумно холодно. Но рыбы просто невероятные, очень красивые, классно. Теперь я могу сказать, что я делала снорклинг, смотрела рыб, короче, в океане. Именно в Атлантическом океане. Хотя нет, я в Атлантическом океане уже тоже делала. Ну, короче, неважно. Главное, у меня поставлена галочка, что я это делала в Калифорнии. Так вот, это я к тому, что из-за того, что я была там, в первый день мы когда приехали, мы приехали на корабле. На корабле ты едешь там час всего лишь. Плывешь, точнее. Там везде супер сильное солнце, поэтому я, конечно же, обгорела. У меня даже обгорело вот тут вот. Я не знаю, вы видите, там чуть красненькое вот здесь вот. Я не хочу, чтобы это облизало, потому что это будет как перхоть. Но мое лицо, не знаю, вы видите, насколько оно сухое. Несмотря на то, что перед тем, как делать макияж, я наношу безумно большое количество всяких штук, чтобы у меня лицо было увлажненное. Короче, я не клала тоналку, я клала только консилер именно сюда, потому что если положу куда-то в другое место, оно мне просто все скатается, потому что, по-моему, вот тут вот, короче, где-то в каких-то местах у меня он уже скатался, потому что просто кожа супер-дупер сухая. Окей, ребят, вообще, нам нужно выбрать сегодня аутфит. Мы входим в наш гардероб. У меня тут срач, ребят. Так это в большом формате выглядит. Я не знаю, так удобнее вам смотреть, так качество хуже, конечно. В общем, рассказываю. Тут у меня лежат все штаны, которые я не хочу вешать сюда, потому что у меня, во-первых, а, нет места, б, это такие мягкие штаны спортивные, которые, типа, особо не мнутся и так далее, домашние, поэтому оно все там лежит. Тут у меня висят всякие шорты, длинные, короткие и юбки. Тут у меня висят всякие топы, всякое летнее. Тут у меня длиннорукавчатые кофты, я не знаю, как это назвать, длиннорукавчатые. Ну, вот такие вот штучки, плюс всякие платьица, много-много разного. Это платье, кстати, я надевала на свой дыре. Это я не знаю что, просто, видимо, сняла его с себя и положила. Но вообще там грязное белье. Тут мои кроссовки, они вот так вот лежат. Это 2 ряда я освободила, потому что там у меня футболки, которые домашние, которые я могу носить, в которых я могу спать, которые мне не жалко запачкать, в которых я иногда что-то крашу. Короче, просто чтобы не тратить место, оно лежит там. Кроссовки, кроссовки, ботиночки. Кроссовки, кроссовки, тапки. Тапки, ботинки, ботинки. Что это? Каблуки. Спортивные кроссовки, которые я надевала 2 раза. Это мой обогреватель, который меня спасал. Помните, когда ты снимала видосы и говорила, что мне что-то шумит в комнате? Это вот мне, когда было холодно.
Это мой друг. Тут у нас, в принципе, ничего особенного. Там моя поездная сумка, я везде с ней езжу. Она такая большая, у меня, кстати, вот такие вот штукенцы на ней висят. Это моя старая машина, у меня была такая машина, если кто не знал. Я купила специально этот рейл, потому что мне реально не хватало места для футболок, и поэтому все короткие футболки висят тут, длинные висят тут. Сумки. Какие-то из них из Москвы. Вот это Филс, вот это тоже Филс. Это я не помню откуда. Эту сумку мне подарил Дима Билан. Забавно, да? Эту сумку мне подарила Марисен. Эта сумка я купила в Москве, да господь, в Москве в цветном 100 тысяч лет назад. Это я купила вообще не помню где, по-моему, в Дубае. Но я обожаю этот рюкзачок. Это погрызанная. Это я купила тут в Таргете. Это пляжная сумочка. Это моя любимая сумка, потому что она, во-первых, новая. Во-вторых, я очень люблю такие летние плетеные сумки. И плюс тут есть все цвета, но она при этом светлая. То есть я могу это носить абсолютно с каждым из этих цветов. Обожаю эту сумку. Эту сумку я себе купила тут. Это была моя сумка мечты. Она очень дорогая, и я, если честно, ее не особо ношу, но зато она у меня есть. Это... Блин, сумка, которую я надевала один раз в своей жизни на премьеру Бэтмена в Нью-Йорке. Я не люблю эту сумку. Если кто-то хочет купить эту сумку, я вам ее продам. Это я купила что-то, я не помню где, она просто милая. Это я тоже не помню. Вот эту очень люблю. Я еще ее нигде не носила, она из Урбана, но она очень классная, она мне очень нравится. Это мой любимый рюкзак MCM. Ношу его просто везде, потому что он удобный, красивый, милый. Переходим сюда. Здесь у меня сумка, не помню откуда, но я ее... господи боже. Но я ее тоже люблю, я ее ношу. Это одна из моих самых любимейших сумок, потому что у меня много коричневой и зеленой одежды, поэтому она подходит почти подо все. И это еще одна из MCM такая сумочка. Я люблю этот бренд, как вы можете видеть. У меня много из этого бренда. Люблю эту сумку, потому что она милая, маленькая, светленькая, с таким помпончиком, не знаю, прям очень нравится. Эту сумку я купила в аэропорту, когда улетала с Мальдив. Я помню, я тогда чуть не опоздала на самолет. Там какой-то ремень. В общем, неважно. Это тоже моя супер любимая сумка. Она грязная, я ее постоянно стираю. Из-за того, что она светлая, она пачкается просто неимоверно. Вот эта сумочка, я ее тоже очень люблю, потому что она такая выглядит, знаете, на выход. Вот, я не помню, откуда она, но она классная. Это обычная черная сумка. Это... спасибо. Эта черная сумка маленькая для всяких платьев и так далее, потому что она, ну, маленькая, видите сами. Эта сумка тоже куплена в цветном 1000 лет назад. Я еще с ней ездила в Сочи, когда был первый сезон XO Team. Эта сумка на пояс, Target, по-моему. Это еще одна дорогая сумка, Louis Vuitton. Я помню, это моя первая дорогая покупка, такая прям супер дорогая. Купила ее в Нью-Йорке, когда только прилетела в Америку. Ну, она очень классная. И вот эта сумка, не помню, где я ее купила, но она тоже такая прикольная. Многие спрашивали про мою бижутерию и мои духи. Окей, давайте начнем с бижутерии, потому что у меня тут срач. Реально, извините, я только приехала, говорила, с путешествия. Я еще не совсем разобрала, вот это все было со мной. Окей, давайте я вам просто вот так вот покажу. Какие-то украшения у меня тут с Москвы, допустим. Вот это вы, может быть, помните. Вот это вы, может быть, помните с Москвы. Не знаю, что-то еще, но в основном почти все новое. Вот это мои любимые. Вот это я тоже очень люблю. Я не знаю, тут очень много цепочек. Я цепочки особо не ношу, но если ношу, то ношу всякие вот ракушки. Вот это, кстати, я сделала сама. И купила жемчуг, купила проволоку, купила ракушку и купила цепочку. И все, ее сделала. Обожаю вот этот вот стенд, так скажем, потому что я люблю носить вот такие вот бижутерию, как бусы, получается. У меня их очень много разных. Какие-то из Москвы, какие-то я купила тут. Не знаю, просто очень люблю. Я обожаю носить веревочные украшения. Они больше такие у меня пляжные. Вот, вот это, кстати, я носила на вечеринке XO Team на белой, которая у нас была. Не помню, насколько она была, но что-то такое. Это, кстати, маленькая машинка с магнитиком, которую я купила как раз-таки на Каталина Айленде. Она стоит сколько? $7. Неплохо. Тут у меня мои сережки. Их не так много, потому что половина лежит там. Это моя подставка. Я снимала видео в ТикТок, как я ее делаю. И тут мои колечки. Перейдем к моим духам. Во-первых, я обожаю эту штучку, потому что мы все знаем, как Victoria's Secret уже давно заезженная тема и так далее. Возможно, это тоже. Но вот это пахнет вообще по-другому. И у них есть очень много разных запахов. Но я обожаю вот этот, потому что он пахнет конфетами для меня. Хотя написано, что это Dragon Fruit. Но это такая, знаете, пшикалка мист, которая типа выветривается быстро, но она очень прикольная, но не тяжелая. Это мои одни из самых любимых духов. Это мой уже третий флакон. Именно эти мне подарил Рома на Новый год. Вот так вот он выглядит. Я его обожаю, часто им пользуюсь. Этот я тоже люблю. Этот мне отдала моя мама, когда я была в Москве. Она знает, что я люблю этот аромат. Он такой побитый, потому что я его перевозила везде. Но это Монталь, Махалат или что-то такое. Я обожаю эти духи. Это Монталь, это моя уже не знаю какая бутылка, просто не знаю, 10-я за всю жизнь. Это мои самые любимые духи, я пользуюсь ими всегда, постоянно, и всегда их мешаю со всеми другими.
другими остальными. Это прям мои самые-самые любимые. Вот эти мне подарил Бэмби на день рождения мое, вот, которое было 21 год. Тоже их люблю, пока еще их не пользовала, но мне не очень нравятся. Вот эти мне подарила... Hello! Мне подарила на день рождения Руслана Джи со своим парнем. Они очень такие красивые и тоже ванильные. Мне тоже очень нравятся. Я их тоже пока что ни разу не пробовала. Вот эти духи, это почти то же самое, как ванильные, но они пахнут шоколадом больше. Они более такие глубокие, и мне их нравится носить больше зимой, потому что они прям супер-супер сладкие. С этим мы закончили. Сам у меня всякое барахло, на самом деле, неинтересное. Только в Альфа-банке. Получите первые в России альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли. Успейте заказать до 30 июня и получите свой стикер абсолютно бесплатно. На альфа-банк.ру. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Вот такие вот у меня окошки. Сегодня очень хорошая погода. Мои знаки. Тут просто хаос какой-то. Ну, тут все как обычно, оно просто вот так вот лежит, срач немножечко. Всем привет! Это браслет из Виткона, на котором я недавно была. Это таблетка от аллергии, уголь активированный, если что. Просто no comments. Подарок Костина мне на день рождения один из. И там открыточка еще. И записочка. Это моя коллекция машин. Просто не спрашивайте. И в основном тут у меня косметика. Но, ребят, пожалуйста, не осуждайте. У меня там полнейший срач, потому что всегда, когда крашусь, я тороплюсь. Поэтому без осуждения. Окей, да? Почему оно все так выглядит? Иногда раз в полгода я там все убираю. Пока это время не наступило, ладно. Это, кстати, все румяна, бронзеры, хайлайтеры и т.д. Тут все помады, карандаши для губ. Тут будет хаос, потому что это ящик, которым я пользуюсь постоянно. Ребята, извините. Это ящик, которым пользуюсь постоянно, потому что тут мои все, не знаю, корректоры, румяна, санскрины, которые я наношу перед макияжем, тоналки. Это, допустим, не тоналка, это такое, типа, более лайтовое. Фиксаторы для макияжа, пудра. И, в общем, то, чем я пользуюсь постоянно, поэтому тут хаос. Тут у меня... Мне тоже хаос, ребят, мне так стыдно, если честно. То не буду открывать, там совсем трошняк. В общем, ребят, я сейчас пойду себе выберу лук, оденусь и покажусь вам, поэтому ждите. Короче, сегодня у меня вот такой вот лук. Вот такая вот бижутерия. Не знаю, видно, не видно. Без колец сегодня, потому что не хочу. И я обожаю носить вот такие вот шорты. Видите, они такие длинные. Потому что иногда днем жарко, но в тени все равно холодно. И как бы в таких шортах не так уж и холодно. Поэтому да. Окей, сейчас я вас сниму со штатива. И мы с вами поедем кушать, потому что я безумно голодная, это просто невозможно. Но мне нравится мой лук, если честно, сегодня он такой прикольный. Короче, свинки могут кричать очень громко, поэтому, ребят, извините. Хочу вам показать, что я купила на Каталине, на этом острове. Короче, я хочу начать собирать вот такие вот шотики, стаканы, потому что мне нравится снимать видео, где я делаю коктейли. И мне нравится использовать это в видео, это выглядит красиво, и плюс они примерно все стоят по $5 и так далее. Поэтому я хочу начать собирать свою коллекцию этих шотиков, чтобы снимать больше видео на разные тематики. Я купила вот такой вот. Это стоит $6. Это написано Каталина Айленд. И вот такие вот черепашки. Скажите, он такой милый. И вот это... Я уже знаю, какое видео есть именно с этим. Ребят, вам оно очень понравится. Скажите, круто! Это типа акула. У меня есть крутая идея для того, чтобы снять видео с коктейлем, где буду использовать вот это. Это очень круто. То есть оно не затаскивается, оно вот целиком вот такое вот. Ну, я не знаю, это просто безумно круто. Оно стоит $9. Я теперь охочусь за вот такими шотиками. Если я когда-то куда-то поеду, я всегда буду привозить с собой коллекцию таких вот штукенций. А теперь мы с вами поедем куда-то покушать. Я, честно, пока не знаю куда, но я беру с собой таблетки, потому что моя экзема началась опять. Это выглядит просто очень плохо. Я не знаю, вы видите или нет, но я уже сдерла себе загар, потому что я успела загореть, потому что все время расчесываю. И оно очень-очень сухое, в общем, это просто отвратительно ужасно. Если у вас есть какие-то средства, которые вы знаете, которые вам помогают с экземой, пожалуйста, помогите мне, потому что я помираю. У меня даже вот тут вот, видите? Хотя я просто нервничала в последнее время. Поэтому я беру эти таблетки и пью 2 таблетки перед каждым приемом пищи. Мне их приписали, я не знаю, не могу вам их посоветовать, но мне не помогают. Это просто, насколько я понимаю, более такие витаминки, знаете, поэтому... Да, поехали кушать. В общем, ребят, я приехала сейчас в Бобо, потому что я хочу выпить Бобо, да, на голодный желудок, но не важно. Это не мой завтрак, это просто как и напиток, как и завтраку, поэтому это нормально. Кушать я поеду в Чипотли, я вам покажу, что я беру. Я уже, наверное, вам это еще раз показывала, но это моя самая любимая, это стоит $6, что тоже очень приятно. Заберу Бобо, покажу вам ее, еще про нее расскажу, и мы поедем в Чипотли, чтобы
набрать, чтобы забрать мою еду. Извиняюсь, если вам слышно какой-то шум. Это машина заведенная, вот да. Ребята, у меня машина так грязная. Это просто трэш. Я помню, кто-то меня когда-то давно еще просил снять обзор на машину. Я не знаю, если вы хотите, сниму обзор на машину, и сниму, как я ее чищу, потому что она очень грязная. И как раз для видео я ее почищу. В общем, так вот выглядит моя любимая Боба. Я тысячу раз ему ее показывала, но я просто ее обожаю. Это самый лучший вкус в жизни. Поехали за едой. Вы, наверное, зададитесь вопросом, почему же я не в том месте, где я буду есть. Короче, ребят, я передумала, я хочу просто поесть дома. Я хочу приготовить себе пасту с сыром. И у меня есть очень мое любимое мясо, прошутто. Мне очень хочется поесть, на самом деле, это. Вот этот сырочек. Это пармезан. Обожаю этот сыр. И вот это вот мясо. Я вот такая вот странная, но ничего, бывает. Я хочу поесть сегодня вот такие вот макарошки. Цветочки. Я их очень люблю. Я обожаю просто, ну, всем сердцем есть макароны. Просто с оливковым маслом и с сыром сверху. Это вообще... Это мое самое любимое. Это, кстати, лед в холодильнике, не пугайтесь. Окей, мы с вами будем ставить водичку кипятиться. Кстати, я не знаю почему. Именно у меня в доме, ну вот во всем билдинге, такая система дурацкая, что если ты готовишь с закрытым окном, то то ли как-то становится очень жарко, то ли еще что-то, то датчики огня начинают пищать. Ну, типа, потому что нагревается, видимо, очень сильно вокруг них что-то, и они начинают пищать. Я спрашивала у менеджера нашего билдинга: типа, что мне делать? Он говорит: готовь с открытым окном, тогда ничего не будет, потому что автоматически, типа, дом видит, что у тебя открыто окно или дверь, или еще что-то, и, типа, оно не пищит. Поэтому, когда я готовлю, я всегда открываю окно, иначе с вероятностью 90% оно будет пищать. Так, я набрала воду, сейчас поставлю на огонь, но я очень люблю добавлять в свои макароны вот эту маги-фигню для курицы, бульонную, ребят. Попробуйте когда-то приготовить макароны с добавлением этой штуки. Она у меня в порошке, она не в кубиках, поэтому я просто добавляю. Я люблю, когда все соленое, добавляю еще. Поэтому попробуйте, это просто придает какой-то вкус, вкусный, я не знаю, куриный. Если что, вот это вот все, это у меня приправа, у меня их очень много, я обожаю готовить еду с приправами. Огонь ставим и ждем, когда наши макароны взбурлят. В общем, наша вода кипит, она выглядит вот так вот, потому что там это маги фигнюшка. Я всегда не знаю, сколько досыпать этих макарон, наверное, столько хватит. Короче, я всегда насыпаю много, и у меня потом остается вот так вот. В общем, наши макароны приготовились. Мы их снимаем с огня и наливаем в такую, сейчас покажу. Вот через это все проливаем. Я это ставлю обычно просто в раковину. Беру кастрюлечку. Так вот туда все. Типа вся вода выливается, макарошки остаются внутри. И потом, короче, я просто делаю вот так вот. Вся вода оттуда точно прошла. И обратно засыпаю кастрюлю. Ну и что, тут уже легко. Тут сейчас по вкусу добавим всякое масло. Вот у меня вот так вот оно выглядит. Вот так вот его мешаем. В принципе, мои макарошки готовы. Сейчас возьмем тарелку. Ребят, извините, я тороплюсь, я очень голодная. Наша тарелка, наша кастрюля. Кладем макароны. Вот столько я съем где-то. Вот видите, я не знаю, сколько их готовить, потому что у меня осталось вот столько. Еще целая ложка. А вот я не знаю, как так вот рассчитывать, чтобы съесть и приготовить сколько вот надо. Открываем наш сырок. Он у меня в зип-пакете, чтобы не заветрился. И натираем сыр. Боже, так вкусно, ребят, я уже хочу уже это все съесть. Я люблю много сыра, ребята. Так, вот тебя мне тут еще не хватало. Тут кошка пытается сюда подойти. Я не люблю, когда они ходят, когда я готовлю. Но они любят ходить, когда я готовлю по столу. Он лег прям на стол. Теперь мы берем вот это вот мясо, мое любимое прошутто. Ребята, я уже очень голодная, я просто хочу уже съесть. Я просто кладу сверху еще мясо. Дайте я сейчас поем, и мы продолжим с вами делать ничего. Знаете, вот просто влог ни о чем, но... Я просто сегодня еще хочу поснимать тиктоки, и у меня было время, я такая думаю, блин, снять что ли влог, пообщаться с вами. Не скучно, не одиноко. Я вот хотя бы вот, ну, как бы с вами разговариваю, я знаю, что вы это увидите, и мне как-то не так вот одиноко. Поэтому да, я сейчас покушаю и вернусь к вам. В общем, я поела, я безумно наелась. Что с камерой-то? Безумно наелась и так далее. И я посмотрела на время, и, ребят, мне срочно нужно снимать тиктоки, потому что очень много времени, и скоро солнце уйдет, поэтому я вынуждена с вами попрощаться. Сейчас, кстати, буду снимать тикток. Я также выложу это в шортс, инстаграм и так далее, но это вот такая вот шкатулка, которую я полностью обклею ракушками и жемчужинцами. Жемчугом, короче. Мне очень интересно, что получится, короче, да. Ждите на видео, я его выложу. Спасибо, что были со мной, что провели этот день и со мной, что мне не было так скучно и одиноко, что я была с вами. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на мой инстаграм, и всем пока!